говорим «кремер», подразумеваем «кремерата Балтика» и наоборот. Один из самых известных в Европе балтийских оркестров «Кремерата Балтика» под руководством знаменитого скрипача рижанина Гедона Кремера подарил миру очередную премьеру. Хроники текущих событий. Как говорит сам Кремер, это и полуконцерт, и полуспектакль в честь недооцененного в мире советского композитора Моисея Вайнберга. Но все выстраивается на музыке Вайнберга, которая заслуживает быть отмеченной в год его столетия наисильнейшим образом, потому что это был все-таки гений, который не только был коллегой, но и близким другом Шостаковича. И все те, которые вешают ярлык, что он типа второсортный Шостакович, или что он ученик Шостаковича, это все неверно. Потому что это два великих человека общались между собой. Несмотря на огромное уважение к Шостаковичу, в этом году Вайнберг для меня еще важнее. Творчество композитора Моисея Вайнберга – это все известные в СССР жанры 20 века. Тут и симфонии, и оперы, и балеты, музыка для театральных постановок и мелодии для кино. Среди работ Вайнберга даже музыка для советских мультфильмов. Но фильмы и мультики помнят и любят многие, а большие произведения композитора, которые редко исполнялись при его жизни, лишь те, кто всерьез знаком с его творчеством. Рижский проект «Кремерата» — это не развлечение, скорее музыкальная притча. Почетным куратором проекта стал Кирилл Серебренников. Гедон Кремер обратился к нему за советом, режиссер как раз находился под домашним арестом и согласился помочь. И он меня тут же убедил в том, что эта тема должна быть соединена с нашим временем. Я понял, что музыка Вайнберга разрешает войти в контакт с нашим временем, потому что она вечная. В результате «Наше время» появилась видеоинсталляция, созданная учениками Кирилла Серебренникова из Гоголь-центра. Они специально приехали в Ригу, чтобы помочь Балтийскому оркестру украсить эту музыкальную постановку. Вайнберг писал и киномузыку, и музыку для мультфильмов, и меня вот это вначале зацепило. И это дало какую-то большую энергию для создания видео, и очень важно было поймать атмосферу музыки, зала, концертного исполнения. Гедон Кремер любит экспериментировать на сцене, смешивать старое и новое, великое и современное. Балтийская публика помнит слияние музыки с фотографиями, клоунадой, стихами, выступлениями актеров. Теперь настала очередь хроник текущих событий – концерта на фоне авторских видеопроекций. Хроники текущих событий, по словам Кремера, это дань Вайнбергу и всему 20 веку, с его жестокостью и с его надеждами. Премьера уже состоялась на голландском фестивале в Амстердаме, сейчас хроники путешествуют по Европе, латвийская премьера постановки состоится в сентябре на берегу Балтийского моря в знаменитом концертном зале «Дзентери» в Юрмале. Владислав Андреев, Ольга Шакина, Эдуард Колик и Даниил Жилинский. «Балтия неделя».